А студенты Малой академии госуправления сегодня встретились с губернатором Андреем Никитиным. Глава региона ответил на вопросы участников кадрового резерва области, но подчеркнул, что хотел бы, чтобы это общение проходило в форме конструктивного диалога, а не брифинга. Кристина Абелян. Подробнее. Высокая смертность, низкое качество питьевой воды, разрыв уровней городского и районного образования. С первой минуты встречи со слушателями Малой академии губернатор не стал лукавить и заманивать, возможно, будущих коллег рассказами о сладкой жизни чиновников. Решение вышеперечисленных проблем люди связывают именно с госслужащими. И тем, кто планирует занять место управленца, придется научиться решать задачи в условиях ограниченного бюджета. Отличие плохого чиновника от хорошего чиновника, оно очень простое. Хороший чиновник всегда об этом помнит. Он помнит о том, что за каждым его решением стоят где-то судьбы, где-то качество жизни, где-то какие-то вещи конкретных людей, которые живут в нашем городе, в районах нашей области. Малая академия выпустила уже 100 человек. Здесь учатся и студенты, и школьники, молодые лидеры с амбициями. В процессе обучения для слушателей проводят открытые лекции, встречи с руководителями органов власти, предприятий, депутатами и политиками. В финале выпускники представляют проекты, связанные с развитием региона. Трудности, которые перечислил сегодня Андрей Никитин, пока обладатели сертификатов академии не смутили. Они еще готовы побороться за кресло в правительстве. Нам выдавали сертификаты, в которых написано, что мы зачисляемся в кадровый резерв. Чем для нас это в хорошем смысле грозит, зачисление в кадровый резерв? И можно ли будет как-то рассчитывать на то, что мы придем на службу и вспомнят то, что мы учились в Малой академии госуправления? Вы в кадровом резерве. Если вы решите, что работа в государственном управлении, которая, безусловно, значительно менее хорошо оплачиваемая, чем работа в бизнесе, содержит в себе ряд серьезных ограничений, но дает вам возможность что-то сделать такое здесь, у себя, в Новгородской области, чтобы вы потом могли этим гордиться, при том, что вы должны понимать, что люди вам, скорее всего, спасибо тоже не скажут. Да? Не скажут, ну, вы просто делаете свою работу и могли бы делать ее лучше. Интересовались студенты Академии тем, как решает проблемы региона нынешняя власть. Будет ли развиваться молодежная сфера, что делать с несортированным мусором, как вывести новгородский спорт на высокие позиции. Андрей Никитин, конечно, на все вопросы ответил, но на будущее посоветовал студентам Академии скорее приступать к практике и приходить на встречу не с вопросами, а с предложениями. Кристина Белян, Сергей Корнев, новости, Новгородское областное телевидение.